Приветище! It's Slime Rancher! Мы вернулись на ферму, курицы у меня тут сбежали. Сейчас я тебя клонирую. Посмотрим на твое везение. А? Фартовая курица попалась. Склонировалась. Так, значит, сегодня у нас супер-пупер крутая миссия. О, еще одна курица сбежала. Да что ж такое-то? Куриный побег какой-то у меня сегодня на ферме. Так, посмотрим, ты фартовый, нет? Не повезло этой курице. Итак, сегодня у нас с тобой очень важная миссия. Надо еще пчел покормить. Да что ж такое? Куча дел на ферме. Все никак не могу тебе сказать о нашей с тобой главной миссии. А главная миссия у нас заключается в том, что мы с тобой не нашли буквально там несколько штук тайных стилей. Нам нужно их срочно найти. Пойдем, я тебе покажу. Так, тайные стили, смотрим. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать тайных стилей, которых мы не нашли. Где-то не спрятаны. И наша с тобой задача, чтобы пройти игру на 100%, нужно найти эти тайные стили, чтобы разблокировать новые скины для наших слаймиков. Итак, мы приступаем. Куда мы с тобой пойдем? Пойдем, давай мы... Вот так вот, смотри, находимся мы здесь. И вот так вот бежим. И вот туда вот мы проникаем. Через вот эти вот маленькие островки попадаем вот сюда. Поскольку мы не знаем, где спрятаны эти тайные капсулы, потому что все-таки корабль, который их вез, он взорвался, и эти капсулы раскидал по всей карте, нам предстоит обыскать каждый уголок. Чем мы сегодня, собственно, и займемся. Итак, приступим. Мы вышли на заднюю часть нашей фермы, и вот ты видишь, сразу же мы видим с тобой капсулу. Так, энергия, поднакопись. Мы готовы лететь. Отходим назад, спринтуем и полетели. Как ты думаешь, что эта тайная капсула скрывает тебе? Что за скин? Открывайся! Ангельский! Это, короче, фосфорный слайм теперь стал у нас ангельским. С крылышками и с нимбом над головой. Обалденно! Надо будет посмотреть на них, как они выглядят. Так. Ну, а мы продолжаем наш с тобой поиски. Помнится мне, что мы еще не нашли с тобой водяных слаймов. Точнее, стиль для водяных слаймов. Где же он может быть? Наверняка там, где водяные слаймы и водятся. Хотя не факт. Так что предлагаю тебе сбегать до ручья. О, коробочка. Что у нас там? Блестящий слайм и курицы. Ну что, дружок, пойдешь со мной путешествовать? Пойдешь, конечно же, пойдешь. Куда ты денешься? Он, кстати, тут сожрал фруктик и порт. Вывел. Где-то они здесь должны купаться. Вон он, пруд. Так. Смотрим, ищем. А, погоди, здесь еще есть пещера с кристальными слаймами. Вот эта вот пещерка. Может быть и там есть тайный стиль. Пойдем-ка заглянем. Наверняка у них там что-нибудь есть. Чуваки, вы тут никакую капсулу не находили? Не, походу, что здесь ничего нет. Зря только время потратил, да? Сюда сбегал. Ну да, нет, никаких светящихся капсул. Вот же, блин. Ну, зато мы попали к водяным. О, а вон и капсула. Смотри-ка. По-любому там стиль для водяного слайма. Сейчас откроем и посмотрим. Ну да, кувшинка. Кувшиночки, где вы? Где вы? Покажи. О, пляжные прелести какие. Замечательные просто. Офигеть. Я думаю, что далеко нам ходить не надо будет. Наверняка где-нибудь здесь тоже еще есть тайная капсула. Потому что тут у нас есть радиационные слаймы. На них мы еще скинчика не находили. Где же может быть на них скинчик? Где же... Опа, портал. А, давай-ка портнемся вон на тот остров, посмотрим. Наверняка там тоже должен быть тайник. Тайный стиль. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, пулют мне его надо, чем он. А ну, дай мне слайм. Куда ты полетел? Прелесть моя, иди сюда, золотой. Снич. А если слаймиком в те... А, улетел, засранец. Так, я там где-то золотой плорт с него выбил, вот он. О, да не один плорт, а целых три. Замечательно. Опа. Что ж, нас немножечко отвлек золотой слаймик. Продолжаем поиски наших тайных стилей. Тайные стили, где же вы можете быть спрятаны? Кстати, слушай, а тут тоже есть кристальные слаймы. Может быть, тут тайный стиль на кристальных слаймиков? Как ты думаешь, а? Сейчас узнаем. По-любому что-нибудь тут должно быть. Так, тут у нас что? Сокровищница открытая? Чё-то нифига тут нету. Мне слабо в это верится. Неужели сюда не попала ни одна тайная капсула?
Слушай, есть у меня еще одна идейка, слетать вот сюда. Может, там чего есть? Сокровищница! Что в ней? Красный телепорт. Но они мне уже, в принципе, не нужны. Дали бы лучше тайный стиль какой-нибудь, а? Блин, ну, ладненько, будем тогда возвращаться, я хотел сказать. Смотри, на самом видном месте капсула-то была, да ёшки-матрёшки, а? Рубиново-красный! Чудно! Наконец-то мы нашли рубиновых кристальных этих слаймов. Можно отсюда сваливать. Здрасте, ребята. Вот мы, собственно, и прибежали. Есть тут у нас чего? Есть какие-нибудь тайные стили? Жалко, слаймы не умеют болтать. Так бы мне бы уже всю подноготную разболтали. Так, это мы отсюда пришли. Черт подери. Запутался я. Где тут что-то у нас есть? Это проходик какой-то. Так, это пещерочка. Здесь нет ничего в пещерах. Хотя, если корабль разбился, то как тайный стиль мог попасть бы в пещеру? Логично? Ну, слаймы могли бы закатить. Вполне реально могли бы и слаймы закатить в пещеру. Ну, в пещере мы ничего не нашли, а может под водой? Давай спустимся. Оп, попки слаймиков у нас тут плавают. Ну да, здесь, в принципе, тоже под водой ничего нету. В этой локации чисто. Опа! Пока бегал, сокровищницу нашел, вон там вон она. Сейчас поднакомим энергию. И вон туда. Полетим. Полетели. Так. Что это у нас тут в сокровищницах? А ну показывай, открывайся. Гексоформация. Это, короче, вот такие вот штуки можно будет у себя на ферме поставить. Ну, классно. Ладненько, возвращаемся обратно, чтобы продолжить наш маршрут. И вот здесь вот надо зону проверить. О, смотри, фосфорные какие ангелы у нас. Блин, классно. Очень красиво. Очень красивый пухлый ангелок летает тут у нас. Фосфорный скалистый ларго. Очень красиво выглядит это все дело. Вот еще один, смотри. Это оригинал. Фосфорный слайм оригинал. Ладно, все, хорош любоваться этими ангелами. Нужно высматривать тайные стили. Так, вон там вот у нас ничего нету. Давай сюда слетаем. Глянем. Есть тут что у нас? Нет. Тут чисто. Идем в пещерочку. Ребят, вы тут ничего не видели, а? Может быть... О! Проказники! Молчат, ничего не говорят. Радиационный слайм. Шикарно. Вот еще один тайный стиль. На радиационного слайма. Выбираемся на поверхность. Ого, у вас тут куча мала. Горочка повелителей слаймиков. Так. Что ж, продолжаем наш с тобой забег. Через эту пещеру мы попадаем... О, так это же у нас врата Тануса. Вон они, здоровые светящиеся рубинчики. Мы направляемся вот сюда. Что у нас тут? А, это у нас лес. Мшистый лес, или как его там? Или густой лес? Не помню, с названиями у меня беда. Так, что у нас тут? Опа, сразу же нашли. Смотри-ка. Ну-ка, загадочный слайм. Вот он, вот смотри, миуровый бабах Лорга. Эй, покажись нам. Похож на какого-то чувака из фильма «Трон». Бегал и нашел. Замечательно. Кто у нас тут? Чеширский стиль. Тут есть чеширские? Чеширские слаймы. Хочу посмотреть на него. Выглядит очень классно, и у него очень длинный хвост. Чеширский слайм. Есть тут, нет? Не вижу. Похоже, что... А, во-во-во, вот он, смотри какой. Блин, ну у него хвост поджат под себя. Ах. А где оригинал? Это, короче, у нас микс. Я хочу оригинального чеширского увидеть. Чеширский, видите, где? Здесь у нас... О-о-о, погоди. Это же... Вот он, чеширский, вот он. Ну, покажи свой окрас. А, нет, это не совсем чеширский, это смесь медового и чеширского, вот такой вот он. Классно смотрится. Кстати, мы же еще не нашли медового. Медового стиль для слайма. По-любому где-нибудь здесь он прячется. Так, значит, ищем медового стиль. А вот это оригинал? Нет, не оригинал, сейчас я тут отхвачу. Как ты взрываешься, а? Ой-ой-ой-ой, нифига себе, у вас там бздит все. О, воду чуть не упал. Фух. О, пронесло. Нифига себе, вы тут бздите синими тучками. Так. Где, куда мы бежали? Наверное, сюда, да, надо будет? Так,
Что-то эти бабах. Оу, здрасте, невидимочки. Как-то я себя тут неуютненько чувствую. Так, надо бежать вон туда. Бежим сюда. Вот мы пришли к тайнику. Здесь у нас есть что-нибудь интересное, любопытное? Похоже, что нет. Ничего тут нет. Нашел. Смотри, короче. Вот там вот у нас тайничок. Тайник Гобсона. Вот так вот. Прыгаем. О! Еще и сокровищницу нашел. Офигеть. Так, что у нас тут? Красное варп-хранилище. Интересно. Так, котят, подождите. Хватит ласкаться. Дайте-ка мне и тайный стиль открыть. Сейчас. То есть сюда взбираемся. И вот тут. Где он? Вон. Во. А, это портал. Подожди. Я-то здесь и видел. Во! Вот он, тайный стиль. Открываем. Кто у нас тут? А это желе рояль. Это как раз медовый слайм. Пойдем посмотрим, как он выглядит. Медовуха. Медовый слайм, где ты? Вон, вижу, смотри. Так, сейчас бабах бомбанет фиолетовым каким-то газиком. Вот он, смотри. Но это, правда, смесь гремучая. Это розовый слайм и медовый. Нифига себе, он королевский, а. Корону нацепил себе на лоб. Прикольно. А можно где-нибудь оригинал увидеть? Оригинал медуху хочу глянуть. Где она? Медуха оригинал, где ты? Так, там открыто, да. Нам туда не надо. Вот он. Оригинальный медовый. Вот так вот он выглядит. Прикольно. А ну иди сюда, вот они. Ну, как бы тебе сказать, забавно. Больше всего меня впечатлила в них эта корона, а не их расцветка. У них просто блестящая огроменная корона на весь лоб. Ну что, теперь нам нужно отыскать новый стиль для квантовых слаймов. Так что направляемся именно туда. Я правда не знаю, куда я иду. По-моему, я зашел в тупик. Не сюда. Как думаешь, у меня получится отсюда туда перелететь? Сейчас энергию поднакопим и проверим. Что ж, полетели. Это, конечно, очень далеко. Я что-то переборщил. Ох, переборщил. Так, есть. Фух. Все, давай энергию копить. Нифига себе. Вот это я экстремал. Так, ладно, полетели дальше. Ага, здрасте. Как мы с тобой крутотенечко так перелетели отсюда сюда. Значит так, ищем квантовый стиль. По-любому он где-нибудь здесь есть. Я бы даже сказал, он тут точно должен быть. Опачки, пока я тут лазил, пока я тут разведку проводил и лазил, смотри, нашел еще одну сокровищницу. Нифига себе, роскошно. Что это у нас? Подожди, это ресурсы, что ли? Ресурсики выдал. Так, ладно, морковочку выкидываем. Медового слайма отпускаем на волю. Вон, иди, туси с миуровыми слаймиками. А ресурсики я возьму, это мне пригодится. Вот так. Нашел! Смотри, короче, где. Вот в этом здании, где телепорт. Есть вот этот телепорт. И есть еще огромный телепорт. На входе, смотри. Вот он. Вот он где спрятался. Прямо на видном месте. Даже искать не надо было. Я уж хотел идти к телепорту. Вот он. Монохромный тайный стиль. Пойдем глядеть, как эти квантовые слаймики теперь выглядят. Ух. Эй, квантовые. Вон они прыгают, смотри. Красавцы, какие серые теперь стали, а. Вот так вот они мерцают, как телевизор старый у бабушки. Ага. Короче, сейчас нам нужно с тобой вернуться домой, чтобы посмотреть, каких стилей нам еще не хватает. Потому что я уже что-то запамятовал. Мы уже столько с тобой стилей разных нашли, это капец. Так, заходим. Тайные стили. Итак, розовый блестящий нашли. Хэви метал нашли. Фосфорный замечательный, прекрасно нашли. Ангелочка нашего. Тигровый есть. Вот так вот выглядит радиационный. Ну, что я тебе могу сказать, он не сильно отличается, единственное, что стал так неоново светиться. Бабах слайм у нас теперь прям какой-то джин из Аладдина, только в виде слайма. Охотничий слайм вот так вот выглядит. Медовый королевский, лужа слайм прекрасен. Рубиновый красный наш кристальный слайм. Переливается очень классно, очень красиво. Золото видели, удачу видели, квантовый теперь такой. Просто они расцветку ему поменяли. Желтенький, мне кажется, интереснее выглядит, да? Ярче, приятнее, чем серый, блеклый, монохромный. Огненного слайма мы с тобой видели, нашего дьяволеночка. Мозаичный, который теперь разбитый, выглядит так. В ее ног слайм мы нашли, теперь он Белладонна называется.
Ну и глючные слаймы тоже нашли. Осталось еще 3 слайма найти. И где же они могут быть? Глючного слайма мы нашли на локации. Точнее, не на локации, а в слаймомуляции. А это значит, что вот эти 3 оставшихся, они должны быть на ранчо других фермеров. Хотя погоди, ферм у нас всего открытых 3. Это Виктор, это Усач, скукодобой, и дерзкая девчонка, у которой на ферме есть скоростные слаймы. Тогда где третий? Кого мы не нашли? Третий кто? Да, мне кажется, что мы чего-то не нашли здесь еще. Кого мы не... А, точно, 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 вот таких вот мы не нашли. Это кто у нас? Дервиш слайм. У нас еще не обзавелся стилем новым. Значит, нужно поискать где-то здесь. Тут у нас телепорт. Куда же... Опа! Вон он! Нашелся! Ну-ка, ну-ка. Вьюнок. Туманный! Он должен быть очень красивый. На рисунке не так нарисовано. Где ты? Где ты? Где-то, ну, это розовый. Скрещенный. Во! Блин, он скрестился, блин. Ну, блин, нету, не вижу. Черт. Вот он, вот он, вот он, вот он, смотри. Нифига себе, как он переливается. Это какая-то бесконечность. Красотища. Так, иди сюда. Сейчас мы его вот сюда выпустим. И будем наслаждаться. Да, класс. Ну, блин. Там даже звезды видны. Маленькие звездочки. Очень классно. Ну, постой, ну не прыгай. Дай я тебя получше рассмотрю. Очень красочно. Конечно, цвета какие-то такие, знаешь, мутные немножечко. Все, полетел. Я бы немножечко потемнее и, может быть, пофиолетовее, что ли, сделал. Вот как вот это небо, видишь? Темно-фиолетовая такая, с яркими звездами. Ну что, возвращаемся тогда на базу. Получается, осталось еще 2 стиля найти. Кстати, очень много просил народу, чтобы я на куриц надел усы. Сейчас мы попробуем на них вначале бабочку нацепить. Если это возможно, то и усы нацепятся. Так, курицы. Серьезно? Ты посмотри, она... Иди сюда, цып. Цыпа-цыпа. Офигеть, я и не знал, что на куриц можно цеплять усы. Усы, усы, усы. Давай вот на петуха усы нацепим. Так. Усатый петух! О май гарбл. А курица? Усатая курица? Ну-ка. Ты посмотри, мистер кур. Мистер... А цыпленок? А на цыпленка можно надеть? У нас есть цыпленки? Нет, цыплят нет, не вижу. Блин. Ну да, прикольно. Очень классно. Но вот усатый петух — это просто шедевр. Погоди, а если джедайский... Сейчас. У нас там есть джедайский меч. Сделаем опасную курицу. Вот эту штуку давай. Давай, 2 курицы сделаем. Сейчас у нас будет джедайский кур. Или петух. Сейчас. Так. Вот этот вот с бабочкой. Становится у нас джедаем, защитником курятника. Мощью. А вот это у нас будет джедай-дам. Джедай-дама, повернись. Ну просто вообще. Так, иди сюда. Ой-ой-ой, не то выкинул. Блин, а что это? Что это с тебя капсула снялась? Я не понял. То есть я когда кого-то хочу забрать. Ну-ка, петух, иди сюда. Иди сюда. Вот так. Ну да, с них капсула снимается. Эх. Но выглядит это круто. Нереально круто. Возвращаем джедаев. 2 охранников. Вот так вот. Все, охраняйте курятник. Ну а мы направляемся на скоростную ферму. Сюда. Так, значит, мы не будем ничего призывать. Хотя можно было бы и поугарать. Ладно, давай. Поугараем, постреляем. Так будет веселее. Есть, залезли. Тут у нас что-нибудь есть. О! Зеленая сокровищница. Большой ядерно-магнитный массив. Ну, вот такой вот массив. О! Вон он! Наконец-то! Наконец-то, наконец-то! С первого раза нашли! С первого забега, так сказать. Так. Спрятался-то где наверху, а? Ну-ка. Как у нас скоростные слаймы будут? О, бумеранги, какие краснючие. Можно еще раз запустить? 11 минут перерыв. Ладно, мы зайдем в другую гонку. Вот сюда зайдем. Запустим здесь. Так. Сейчас посмотрим на наших ядерно-скоростных слаймов. Где вы? Вот они. Смотри, какие они. Вау. Так, что-то я не то выкидываю. Они как желейки, знаешь? Как будто варенье какое-то.
У них такие огромные брови, это капец, это скорее всего не бумеранг у них на лбу, это брови огроменные просто. Ну классно, классно, ничего не скажешь. Все, время вышло, мы нашли то, что искали, уходим. Теперь идем в гости к нашему пухлому ушачу. Опа! Здрасте, кукодоба есть? Кукодоба есть! Добро пожаловать на мою ферму. Значит, где-то здесь последний наш тайничок с тайным стилем. А вот и наш последний тайный капсула рядом с телепортом была. Ха-ха. Давай посмотрим, как житница внизу где будет выглядеть. Прижилейский. Ну-ка, пойдем искать их. Как вы у нас теперь выглядите, саблезубики? Ты посмотри, у них теперь вместо огромных зубов появились и маленькие какие-то ручечки. Или что это? Или это все-таки зубы просто? Они теперь как-то по-другому смотрят в другие стороны. Блин, да не пуляйтесь вы, не злитесь. Вон, смотри. Такие как будто маленькие ручечки. Ну давай обнимемся. Ну да посмотри на них, они теперь все хотят обняться за мной. С этими зубами. И эти тоже хотят, только они какие-то злобные, они прям злобно хотят меня обнять. Воу-воу-воу, радиоактивный, и ангел и саблезуб утопился, да. Классно. Ой, не то выстрелил. Вот так вот. Где-где-где мой ингредиент? Ага. Блин, ну классно, классно. Забавно смотритесь. Что ж, вот собственно и все. Все тайные стили найдены. Игра пройдена на 100% вновь. Ждем новых обновлений. Наши слайм-приключения на этом подошли к концу. Если понравилось, то есть тебя лайкос и комментос под видос, а также подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видосика. Я же с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.